Добрый-добрый-добрый день, мои дорогие подписчики, друзья и все, кто заглянул на мое видео. Сегодня будет приготовление морковного торта. Вообще, кто не боится есть белую муку, то это очень вкусный торт. Вот какие ингредиенты нужны для этого торта. 2 яйца, сахар 2 дл или примерно 200 грамм, немножко маргарина или сливочного масла, вот у меня сливочное масло приготовлено. Дальше молока или кефира. Кефира нужно очень легкого, я взяла молоко жирненькое 1 дл, 3 дл муки, немножко корицы, также нужно нам разрыхлитель, Филадельфия сыр, сахарная пудра, мелис так называемый, ну конечно морковочка. Буду готовить этот торт вот в такой форме, разъемной, очень удобная. Она разнимается вот здесь вот на прищепку и легко отстает от стенок нашего сита, чтобы просеять муку, чтобы наш торт получился более пышным. Итак, нам нужно смешать все эти ингредиенты, выложить вот в эту форму и запекать при температуре примерно где-то около 200 градусов 25 минут. Итак, поехали. Кому интересно приготовление морковного торта, пожалуйста, следуйте за мной. Если бы через интернет можно было почувствовать аромат этого торта, вы непременно бы приготовили его. Это сказочно ароматный, вкусный и нежный торт. И даже трудно дождаться, пока он пропитается и остынет, так как он очень-очень ароматный. Приступаем. Сначала мы смешиваем для коржа яйца, сахар, масло. Должна получиться светлая масса. Добавляем муку, добавляем разрыхлитель, корицу добавляем. Также можно добавить грецкие орехи молотые. Кому нравится изюм, можно добавить изюм. Вводим морковь, и тесто получается приятной густоты. Затем в нашу форму мы выкладываем эту смесь и где-то выпекаем 20-25 минут при температуре 200 градусов. Можно воспользоваться также мультиваркой. Когда бисквит готов, мы его разрезаем и украшаем маслом. Для крема мы смешиваем сливочное мягкое масло и Филадельфия сыр. Или же сливочное масло, Филадельфия, сыр и добавляем сахар, кому как нравится по вкусу. Или же можно просто сливки взбить с сыром Филадельфия. Пропитаются наши коржи, мы украшаем этот торт, и можно украсить торт также ягодами, можно украсить листьями мяты, а можно украсить орехами. Торт получается вкусный и ароматный. Я вам советую, попробуйте обязательно. Сыр Филадельфия дает очень пикантный, изумительный вкус крема. Без него торт морковный, я считаю, не настоящий морковный. Поэтому попробуйте, я думаю, вам понравится. Всего доброго, спасибо за внимание. С вами была Лора. До новых встреч!